Лучшие рецепты рыболовных насадок, прикормок, ароматизаторов вы увидите на канале «Рыболовное приключение». Мы не только приготавливаем самые лучшие рыболовные насадки, а также тестируем их на реках и озерах. Есть у нас также специально обученные караси, которые помогают нам определить, какая насадка лучше работает, а какая хуже. В этом году в «Рыболовных приключениях» стали принимать участие подписчики канала. Надеюсь, эти встречи вскоре станут традицией. Если у вас есть интересные рыболовные рецепты, присылайте их нам. И, возможно, в следующем видео именно ваша насадка будет биться с нашими королями, чемпионами рыболовных насадок. Привет, любители рыболовных приключений! Здравствуйте, и вы, гости моего канала. Прислали мне только что рецепт обалденной рыболовной насадки. Выезжаю я на рыбалку, но полчаса времени у меня есть. Сейчас я попробую ее приготовить, возьму с собой на рыбалку, там потестирую. И на втором канале, который называется «Рыболовное путешествие». Не в курсе, открыли второй канал, мы делаем здесь, на этом канале, насадочки, а на втором канале мы их тестируем на реках и озерах. Так что на этом канале мы сейчас приготовим рыболовную насадку, обалденную, которая подходит по всей мирной рыбе. Ну а на втором канале вскоре выйдет видео, как мы ее тестировали. Плюс сегодня на втором канале «Рыболовное путешествие» вышло очередное видео «Рыбалка на линя и карася». Вот таких демонов там тягал. Заходи, если любишь рыбалку про карася, про линя, тебе, я уверен, очень и очень это видео понравится. Итак, давайте готовить. Нам понадобится куча компонентов, куча ингредиентов, но начнем все по порядку, коротко и быстро. Значит, вначале наша база будет это мороженое. Обычный пломбир белый купил. Как мне написал подписчик, берешь чайную ложку мороженого, мне много насадки не надо, чисто для тестов. Я выложил. Дальше что мы берем? Дальше берем куриное яйцо, но нам понадобится только белок. Желток нам не надо. Значит, лобысь. Вот так вот достаточно. Сейчас я это все дело вот сюда, остальное выбрасываю. Дальше что нам понадобится? Нам понадобится еще кукурузные хлопья, или как там они правильно? Да, кукурузные хлопья. Хотел сказать кукурузная мука, но это явно не мука. Если у вас есть мука, используйте муку. 3 ложечки кукурузных хлопьев. Дальше нам понадобятся панировочные сухари. Они у меня вот в такой банке. Тоже 3 ложечки мы этих высыпаем в нашу банку. Теперь все это дело мы перемешиваем до однородной массы. Если вы думаете, что это все наши компоненты, вы глубоко ошибаетесь, это только начало. Сейчас мы еще сюда добавим обалденных, интересных штукенций. Так, все, это вроде размешали, мороженое уже было подтаявшее, отлично, растаяло. Получается у нас вот такая вот интересная, думаю, видно вам, кашица. Ну и теперь нам надо немножко еще добавить сладости. Рыба же любит сладкое. Карп, карась, линь, плотва, все сластены. Я не знаю такой рыбы, которая не любит сладкое. Итак, вы, наверное, заметили, что у меня здесь стояло. Конечно же, кока-кола. Она очень много содержит сахара, отлично связывает. Сколько говорили? По-моему, в стакане 0,5 колы содержится 8 чайных ложек сахара. Представляете? Так, отлично, получилась у нас вот такая вот шикарная кашица. И последний компонент, который нам сюда надо будет добавить, конечно же, мука. Чтобы получилось у нас тесто. А это тесто будет отлично показывать нам результаты. Здесь у меня в банке мука, и вот так в стаканчике набираю. Добавляем до тех пор, пока не получится такая консистенция, что можно будет катать с этого шары. Хлоп, 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 хлоп. Отлично. И яйцо связующее здесь. Желток. Ой, фу, желток. Белок, говорю. Хочу сказать, белок, говорю, желток. Вот так вот, вот так вот, друзья. Все, понеслась клейкость. Обалденный запах идет. И колы пахнет, и мороженым пахнет. И панировочные сухари свою нотку ароматов дают. Обалдеть. Вот такая вот штука получается. Сейчас я еще муки добавлю. Мисочку, конечно, я взял маленькую, надо было побольше взять. Потому что в ней мешать не очень хорошо. А возьмем мы сейчас в руку. Будем вот так добавлять, потому что в миске неудобно. Оп, 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 оп. Вот так вот подсыпали.
Помешали. И вот почти уже готова наша интересная насадочка по мирной рыбе. Выезжаю на рыбалку на реку, попробую половить огромных лещей. Уже большая середина августа прошла, и начинает эта красивая рыба проклевываться. Посмотрим. Есть планы, конечно же, еще и на карася, и на линя, но времени катастрофически не хватает. Надо все успеть, но буду стараться. Рыболовные приключения, мы всегда все успеваем. Будут у нас и путешествия, будут у нас и рыболовные приключения. Ну что, насадка наша готова, отличная получилась насадочка. Выезжаю на рыбалку, беру эту насадку, тестирую ее на поплавочную удочку. Потом беру с собой фидер. Помните, недавно делали бойлы? Кто не видел, посмотрите видео мои. Отличные получились бойлы, потестируем их. Ну и может кто-то еще не подписался, заходи на канал «Рыболовное путешествие». Там нету насадок, там только будут рыболовные путешествия по рекам и озерам дальних и ближних зарубежьев. На канале «Рыболовное путешествие» уже 3 видео, сегодня выйдет 4-е. Так что подписывайся, ставь лайк, комментируй, всем отвечаю и всех рад видеть. Пока-пока, до скорых встреч, не болейте, не кашляйте. И помните, с каналом «Рыболовные приключения» и с каналом «Рыболовное путешествие» всегда клево. Пока-пока.